В этом интерьере четко прослеживается морская тематика, и декор должен быть соответствующим. Начнем с того, что сделаем такой стеклянный столик. Чтобы сделать такой столик самостоятельно, следует воспользоваться специальным клеем для поклейки стекол. И в такую заготовку мы уже будем насыпать декор. И начнем с песка. Песка должно быть немного, ровно столько, чтобы покрыть дно. И советую, не просеивайте, пускай будет более природно и естественно. И не разравнивайте песок, пускай на нашем импровизированном морском берегу будут и холмы, и ямки. Теперь добавим камни. Часто лежа на берегу моря, так и хочется взять с собой камушки, и не знаешь, куда их потом применить. Вот, пожалуйста. Теперь очередь маленьких камней. Украсим ракушками. Добавим жемчуг. Обязательно морские звездочки. Декора на морскую тему очень много. Природа постаралась. Главное, не переусердствуйте. Обрызги волн мы заменим вот таким мелким стеклярусом. Ожерелье из ракушек положим по периметру столика. А теперь внимание, самое интересное. Берем фотографию, ножницы и вырезаем любимые фрагменты для того, чтобы ими также дополнить украшение столика. Надеюсь, за таким столиком хозяева будут получать большое удовольствие, проводя зимние вечера за чашечкой чая. Единственный элемент декора. Вот, например, на стене над диваном у нас много свободного пространства. Давайте его украсим такими фоторамками в виде иллюминаторов. Я их сделала из вот такой основы из пиофлора и того же декоративного материала, которым декорировала столик. В таком интерьере морские звезды не будут лишними. Украсим ими карниз. В интересном интерьере даже сладости и напитки могут стать прекрасными элементами декора. Не бойтесь, экспериментируйте, пробуйте, фантазируйте. Главное, не забывайте привозить из ваших путешествий много морских сувениров. Корисна площадь.